В областном лицее имени Жолдаскалидос Мухамедова был проведен творческий конкурс рисунков среди школьников на тему «Образ добросовестного и неподкупного труда». Он был организован Департаментом по делам государственной службы, противодействию коррупции и управлением образования. В этом творческом конкурсе приняли участие более 100 школьников всех возрастов со всех районов области и города Атырау. Работы конкурсантов удивили членов жюри своим разнообразием. Они узнали о том, как выглядит коррупция в глазах детей. О целях конкурса рисунков «Образ добросовестного и неподкупного труда» рассказали его организаторы. Основной целью этого конкурса, конечно, является воспитание патриотических чувств в сознании подрастающего поколения, формирование принципа неприемлемости коррупционных действий. По результатам оценок жюри, 16 учащихся за активное участие в конкурсе были награждены благодарственными письмами руководства Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также грамотами и ценными подарками. По итогам конкурса первое место заняла ученица средней школы имени Гибатулы Масалимова из Сатайского района Жаннур Нурбулаткызы. Второе место занял ученик средней школы номер 8 Жилоевского района Алихан Жалгас, а третье место – ученица средней школы Береке Махамбетского района Асем Бауржан. «Я очень рада, что заняла первое место. По мнению жюри, из всех рисунков мой рисунок оказался лучшим. Я думаю, другие участники конкурса тоже постарались и заслужили свои награды». Как известно, коррупция – одна из проблем для экономического и политического развития любой страны. Борьба с коррупцией – это дело, касающееся каждого гражданина страны. Карина Дуржанова, Тлек Кабылгумаров, служба новостей.